Через объявление снять квартиру — это просто нереально. Все, куда бы мы ни позвонили, везде отвечает агентство недвижимости. То есть приходите, платите, и только тогда вам нужный вам адрес мы предоставим. Платите услугу, и уже при вас начинают работать, звонить хозяину, договариваться на встречу. Едете уже, смотрите квартиру, выбираете. Если не нравится, агентство с вами продолжает дальше работать. Если понравился вариант, в первый день заселяетесь, и все. Ни один вариант, не то, что мне не подошел, то есть ни один вариант я даже не видела. Если бы мне не подошел, это был бы один вопрос, да, там вот что-то меня не устроило, там планировка, может быть, там ремонт и так далее. Но на самом деле на тот момент, так как мне была срочно нужна квартира, и я бы, наверное, заехала в любую, то на тот момент просто-напросто нужных вариантов не оказалось. Либо очень большая цена, да, очень высокая стоимость аренды, либо вообще районы отдаленные, которые мне в принципе не нужны. Могу сказать, что большинство агентств, таких серьезных, которые, ну, как бы свое имя не хотят порочить, они не занимаются вот такого рода мероприятиями, то есть сдачей в аренду. Они могут заниматься этим, если кто-то из знакомых просит сдать квартиру или какой-то офис. А целенаправленно, то есть такого вида деятельности, как сдача в аренду, у нас в серьезных агентствах не практикуется. Серьезные агентства занимаются сделками с недвижимостью. Помощью оформления документов. Ну, в том числе и эта работа, но она не основная, понимаете? То есть это так, попутно где-то кто-то попросит.